Ребятки, всем привет! Уже пришла, наконец-то, мне бородатая достаточно посылка. Это у нас здесь курочка знаменитая. Шла на 22 дня, 48 рублей она мне обошлась, 69 центов. А сейчас, по ссылке, по которой я покупал ее, ее уже нету. По-моему, это была распродажа, горячие товары. Но под видео я вам оставлю ссылочки на других курочек. Это у меня самая маленькая такая курочка. Есть намного больше. Так. Их, по-моему, вообще покупают, я не знаю, мне кажется, собакам их покупают. Детям их не покупают, но я хочу, конечно, посмотреть, как моя дочка на нее отреагирует. Так что я дочке это дело покажу. Но тут, не знаю, не написано ограничение. Так, по-моему, ограничение не написано. Вот просто такая курица. Давайте мы ее обезвредим. То есть, наоборот, выпустим на волю. Курочка, лети. Та, о, курица у нас помялась вообще, посмотрите. Посмотрите, как она помялась. Просто ужас. Это у курицы кто-то по заднице выдавал. Да. Упаковка так себе. Зато как она звучит. Это я видел в Инстаграме где-то. Постоянно курица на фоне всяких штуковин. Вот селфи. Курица на фоне канала закупка.дм. ЗДМ. Еще мне интересно было, влезет ли сюда палец. Нет, все, палец не влазит. Ну вообще. Не, ну курица вообще прикольная. Лайк и подписка. Лайк и подписка. Ох, ребятки, вообще, почему я раньше не заказал? Конечно, этой курицы уже никого не удивишь, она уже есть у всех, у каждого, но если кто-то не купил, переходите по ссылочкам ниже, покупайте, не пожалеете. А я сейчас дам попробовать поиграться с этой курочкой своей дочке. Пока! We'll be right back.